Лучшее в учебе, науке, творчестве и спорте. Сегодня одаренные дети Белгорода удостоились персональной стипендии мэра. Каждый получит по 20 тысяч рублей. На 15-й юбилейной церемонии побывала и наша съемочная группа. Шея не болит, все медали носить? Нет. Еще будут? Будут обязательно. В этом никто и не сомневается. Десятиклассницы не впервые готовятся к торжественной церемонии вручения сертификатов на получение стипендии мэра Белгорода. Лиза в свои юные годы уже успела заявить о себе не просто на весь город, на весь мир. Я уже третий раз получаю стипендию. Я четырехкратная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике. Приятно получать такую награду? Ну да, достаточно приятно. А вот подруга по команде с редким именем Сильва впервые в числе стипендиатов мэра. И к объективам видеокамер она только привыкает. Наверное, все вот эти медали что-то значат. Вот международный турнир в Ярославле, заняла хорошие места в финале. Также я выступаю за Армению, за сборную, и представляю Белгородскую область. Ты спортсменка у нас получается? Да. И отличница? Почти, да. Эти девчонки из числа 60 школьников и студентов, которые будут получать стипендию мэра города на протяжении года. Эта престижная награда существует уже 15 лет. Вы – будущее, вы – гордость, вы – слава нашего города и нашей страны. Потому что спустя несколько лет вы придете на предприятия, в организации, на заводы, вы будете развивать и прославлять наш город и нашу Россию. Юных победителей олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований наградили в 4 номинациях: триумф, талант, успех и олимп. Стипендия в несколько тысяч рублей – приятный бонус, толчок учиться дальше и продолжать быть первыми во всем. Виктор Апальков, Сергей Драчев, к этому часу. Белгород.